Всем привет, ребятушки! Сегодня мы пройдем экскурсии по моему старому альбому с марками. Вот так он выглядит. Это еще советский альбом. У многих такие были. И эти марочки у нас флора и фауна, животные. На первой страничке у нас почтовые марки СССР. Это промысловые рыбы, а также хищные и другие птички. Также польская и чехословацкая марочка. А вот здесь у нас целый набор марок Республика Гвинея. Помню, в то время очень они мне понравились. Я накопил денежек, чтобы их все-таки себе купить. На следующей страничке у нас бабочки. Бабочки Республики Куба. Марки. Также птицы. В то время очень много было кубинских марок, нам поставлялись марки с Кубы, а также очень много было польских марок. В данный момент мы их видим. Также Почта СССР, марки с пингвинами, с моржами. Вот опять марки Почты СССР из выставки Экспо 75, 75-й год. Эти дельфинчики два, они были в блоке, но я почему-то их вырвал из блока. Также очень много было марок вьетнамских. Они меня удивили тем, что они шли без зубчиков. То есть можно подумать, что это спичечные этикетки. Но на самом деле это марки. Также динозавры, здесь домашние животные. Вот, кстати, два вида есть с зубчиками и есть без зубчиков эти марки. У меня их аж по три штучки. Следующий блок. Это опять Почта СССР. Опять же, животные краснокнижные, также кубинские марки с зубчиками. Здесь Почта СССР, животные. И польская марка с комаром, потому что он переносчик болезней. Опять польские вот эти большие красивые марочки, вот их пара штук. И монгольские марочки, две слева. На этой страничке Почта СССР, польские опять, домашняя птица, румынская марка и Почта СССР. Здесь у нас опять советские марки. Были марки, кстати, тисненные. Вот чехословацкие, они как бы тисненные. Они, если их потрогать пальчиком, то как деньги такие тисненные марочки. А вот советские, они плоские. Ровная поверхность. Это меховые животные, из которых делали шубы. Вот здесь они представлены. И вот. Ядовитые змеи СССР. Здесь и гадюка, и кобра, и гюрза. Из этой же серии хищники. Тигр с белым медведем. А также опять чехословацкие марки, вот они тисненные, эти марочки. Аквариумные рыбки. Вот также, кстати, тоже Почта СССР марки, они тоже тисненные. И вьетнамские, без зубчиков. Яркие, красивые. Вот аквариумные рыбки. Тоже кубинские. Красивые марочки. Советская марка. Остальное все Куба. Здесь Республика Малагасия, не знаю что. Малайзия, может быть, с блоком. А, Мадагаскар, получается. По штампу видно, что это Республика Мадагаскар. Здесь Почта СССР. Скорее всего, ягоды, которые собираются. И кубинские морские рыбы.
даже акула есть, либо парусник. Здесь у нас флора, цветочки, опять же, это не этикетки, это марки, потому что они гашеные печатью, вьетнамские кошечки. Здесь цветочки всевозможные, кубинские марки. Почти все марки гашеные печатью, но бывает попадаются не гашеные, чистые марки. Опять куба, кактусы, цветы кактусов, все гашеные марки. Вот чехословацкие марочки, тоже не тисненные. Монгольские треугольные марки, монгольские всегда такие интересные были. Опять куба, 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 Польша. Опять монгольские, видите, они квадратные, но в виде ромба их ставят. Чехословацкие. И все. На этом наш альбом заканчивается. Будут еще продолжения. У меня есть еще один альбом. Так что до следующих встреч. Подписывайтесь на канал. Всем удачи!